Эти два выбрось. Разве они не одинаковые? Нет. Удивительно, как ты их различаешь? А что я еще знаю, сынок? Вот посмотри. Если бы я его выдернул неделю назад, он бы не годился. Когда стебель засохнет до этого места, тогда и нужно выдергивать. Собрать? Нет. Стебель иногда вводит в заблуждение. Видишь, как скручивается корень? По корню я и узнаю. Что узнаешь? Через неделю все будет по-другому. Ваша личность очень похожа на героя из фильма «Солнце не спящих», который в 92-м получил гран-при Нику. И я все время думала, что вот... Вы очень похожи на него. И все время папе говорила, что вот я говорю, я познакомилась с человеком, наверное, который вот был прототипом твоего героя. Вообще к кино, к камере, ваши отношения. Вот даже вы подводные съемки делаете. Да, и тоже с дайвингом занимаюсь, и у него тоже фильмы сняты, как он погружается в воды. Саркофагия. Да, очень, кстати, изменился костюм с тех пор. Много общего, потому что этот фильм очень популярен в Грузии. Гуджа Бурдули играет врача, который и травы хорошо знает, собирает в горных районах. Много и философского в этом фильме, и эмоционального, и трагического, то есть любви. Больным, мудрости много, и немногие на них похожи. Только итальянские фильмы, если немножко похожи. Да, неореализм. Да, по-моему, вы правы, чуть-чуть взяли от всех, но свое «я» они потеряли, и свою линию вот, держит грузинское кино, и даст Бог, что и новое поколение даст ростки и плоды. В 21 веке очень обратили внимание на гомеопатию. Сами люди не хотят больше принимать столько химии и обращаются к вам. Более чем 30 лет существует вот лечебница, которая обслуживает ваше людей, и сколько людей уже обратились к вам? К нам более 100 тысяч человек за эти 30 лет обратились с лечением как гомеопатии, как также и грузинской традиционной медицины в клинике. Семейный врач, семейный доктор на Руставели в центре города Тбилиси. Да, потому что я когда была студенткой, мне это посоветовали, что вот если хочешь быть здоровым, надо дружить с вами. И мне было очень приятно, когда я пришла много-много лет спустя вместе со своим другом, который оказался ваш двоюродный брат. И у вас была анкета, с которой вы меня лечили где-то 15 лет тому назад. Да. И вот эта история уже располагает к человеку. Я знаю, что вы в детстве росли в такой атмосфере, что для вас и росток, и цветок, и минералы, вот это все было под рукой и знали. Действительно, мой отец горный инженер, Марк Шейдером, был, царство ему небесное, а мать провизором, фармацевтом. Так что в аптеке я рос после школы всегда. В аптеке оставались, там даже учили уроки, склады аптеки.
И минералы отец собирал, фактически со всей Грузии, с гор Грузии, он экспедиции где устраивал, всегда обращал внимание, где какие минералы, там и целебные, и драгоценные, и вот, интересные на вид собирал и приносил всегда домой, определенную коллекцию держал, так что с детства, школьных лет я имел отношение как к лекарствам, так и к минералам тоже. Ну, мать, хотя была провизором за директором аптеки, обучала фармакологию, тоже очень любила травы, интересовалась этим, поэтому интерес, конечно, с детства. Да, существуют какие-то, наверное, ее записи, которые вам потом помогли. И вот в институте потом уже вот люди, которые вас именно заразили и развили вот этот интерес. Я даже раньше в программе ознакомился с ним, потому что вся литература у матери была дома, фармакологию сама она преподавала. Я посмотрел, что они не подходят ко времени. Времени лет 30 назад, 35, когда я поступал в институт и когда я учился, то есть это 6 лет, 35-30 лет назад, интерес был уже к иммунологии, то есть эпоха микробиологии и стерилизации как бы отошла, и уже началась эпоха иммунологии, иммунитета. И я очень хорошо знал уже вот современные представления об иммунитете, там, и гуморальном, и клеточном, и интересовался, что студенческие годы делали научные работы по иммуноонкологии. И, конечно, сразу уже очень быстро распознали, что фармакология отстает от эпохи, которая доминирует в медицине, то есть теоретически доминировала иммунология, а фармакология все еще оставалась на стадии стерилизации и вот начала 20 века. И начали искать другие альтернативные пути улучшения иммунитета и для истинного лечения больных. На кафедре истории медицины преподавал профессор Михаил Шенгелия, который издавал книги о древней калхидской и иберской медицине, то есть древнегрузинской медицине. Даже после института нас студентов факультативно так сводил с академиками, профессорами, историками на симпозиумах и встречах. На гомеопатии заинтересовался после уже окончания медицинского института, когда уже работал в кабинете народной медицины республиканской больницы. Как раз советско-германская была интермед, такая организация в Москве. До сих пор она существует, да? Первые курсы, когда объявила в медицинской газете по гомеопатии, я попал на эти курсы. После того мы уже начали организовывать в Тбилиси, пригласили с Бона, это института Ганемана, профессора Бениша, и потом его тоже научные сотрудники продолжали в следующих годах курсы уже по классической гомеопатии в Тбилиси, голландцы из Дании тоже вот гомеопатии приезжали к нам, и семинары, лекции не устраивали. И потом уже знакомились, конечно, уже с европейской школой гомеопатии. Ну, по литературе, конечно, изучали и киевскую школу, и индийскую тоже. И фактически за эти 30 лет у нас уже сложилось свое грузинское, так сказать, направление в этом сфере. Гомеопатия интересна тем, что она как раз регулирует, коррегирует иммунитет организма и правильно, так сказать, занимается лечением больных. То есть гомеопатия лечит
больного как личность, не только как болезнь только лечит, как симптомы комплексы, но учитывает психоэмоциональную сферу, психосоматические связи, то есть какие эмоции или наши ментальные, так сказать, представления или неправильные представления, иллюзии могут вызвать какие нарушения в здоровье, соматические симптомы. И это в целостности изучает, взаимосвязи изучает, и поэтому получает хорошие результаты. Насчет дайвинга мы разговаривали. Да. Вы используете вот это погружение. Я думаю, что ваше стремление быть на земле, на суше, знаете все цветы и травы. И больше узнать флору и фауну уже не только Черного моря, но вы побывали в других местах и изучали другие и моря, и океаны, как я знаю. Все, кто приезжает в Грузию, интересуются горами. Да? То есть, как бы человек хочет преодолеть тот уровень, на котором он живет. Он хочет подняться выше, а после этого еще и ниже, то есть глубже в воду тоже. В Грузии есть оба этих возможностей, то есть много горных, интересных у нас районов, как Хазбеги, так и Суанети, Хевсурети и Высокогорная Аджара. Также морское побережье, где мы изучали дайвинг. То есть подводный мир интересен как визуально, так и, конечно, с медицинской точки зрения, потому что очень много из трав, морская капуста, фукус и много других, так сказать, животных и рыб тоже применяются в гомеопатии. Все ядовитое, так сказать, в какой-то дозе становится лекарством, если ее правильно изучить. У меня бабушка училась на медицинском факультете и перевелась на химический, так как ей показалось, и тогда было интереснее и глубже ей захотелось изучать химию. Когда я приходила со школы, первый урок, который я делала, это была химия, наверное, на генетическом уровне. Это было на генетическом уровне, потому что она все время с детства, моя мама даже читать, писать не знала, но знала, как стихотворение, всю таблицу Менделеева. Она постаралась и с нами такое проделать, но из нас не вышло. Она хотела, чтобы я была лекарем. Потому что есть, говорит, у тебя данные. Каждый человек, который приходит к вам, уходит, частицу вашей души уносит. А вот вы так раздавая, получаете, наверное, тоже заряд от того, что столько вылеченных людей, столько благодарности. Мы пользуемся фактически, что там уставили, так сказать, афоризмы, что раздашь твое, что вскроешь, что потеряно навек. Вы всю нашу семью взяли на попечение, и вот я, например, если хожу, если двигаюсь, если улыбаюсь, если я рада жизни, да, вот эту радость вы вернули вот своими лекарствами. Я хочу одну, так сказать, то есть немножко в юмористическом стиле рассказать. Да. 60-летняя пациентка ко мне подходит и говорит, что я первый раз у гомеопата и вообще, то есть у специалиста традиционной медицины, то есть не современной европейской медицины, да, очень верила всегда врачам и ничего не боялась, если они говорили, надо идти на операцию. Я шла на операцию, мне сделали 8, говорит, операций, удалили там матку, желчный пузырь, миндалины, грудь, то есть сейчас, если что-то, говорит, у меня заболит, я уже боюсь, говорит. Неужели опять на операцию надо ложиться, что лечить не умеют, ничего не умеют. То есть 60 лет, говорит, впервые задумалась, что все пришла надо удаляться. Пришла к выводу. Сколько нам нужно удаляться и сколько нужно оперировать. Да? И поэтому сейчас уже начала, говорит, искать какие-то альтернативные пути. Дело в том, что в логике развития медицины еще в начале 20 века предсказывали, что чем такие авторитеты, чем больше времени пройдет, тем
эффективнее и безопаснее будет хирургия, но опаснее и рискованнее терапия. И, к сожалению, это все оправдывается. То есть не развиваются вопросы лечения. То есть хирургия и техника развиваются в медицине, и диагностическая, лабораторная, там, компьютерная диагностика, эхоскопия, электрофизиологические методы, это все развивается, но вопросы лечения вообще совершенно не развиваются и не в правильном направлении идут. То есть тупиковое, так сказать, положение. И чтобы выйти из этого тупикового положения, потому мы и заинтересовались и китайской медициной, и древней грузинской медициной, и тибетской, и гомеопатией. И этот общий знаменатель мы нашли. И поэтому фактически это нам дает возможность уже совершенно новое направление развивать, которое может интегрироваться в современной медицине и в современной медицине целое новое направление, так сказать, создать биорегулирующей терапии, то есть индивидуальной терапии, биорегулирующей терапии, которая будет учитывать и психоэмоциональную сферу, и ментальную сторону, и эмоциональные, так сказать, наши блоки, то есть на каких эмоциях обычно человек застревает и что мешает ему, так сказать, для гармонической жизни, здоровой жизни. Психологические, и что, какие психосоматические потом образуются связи, соматические заболевания в связи с этим, какие общие типы этих соматических или психоэмоциональных проблем, то есть конституции человека более правильно, то есть современная медицина целит на три основные конституциональные типа, да, то есть астеника, гиперастеника и нормального. Традиционной медицине гомеопатия делят на 5 типов, чаще всего. И пятый, то есть в середине пересечения этих четырех сторон света, в середине нормальное состояние. Да? То есть если официальная медицина только на 3 делит, то две крайние из середины, то традиционная медицина 4 крайние состояния и нормальное пятое среднее состояние. Это все у нас возможность на научном уровне уже развивать древние, традиционные, национальные медицинские системы и внедрять ее уже в современную медицину в виде нового направления, которое расширяет терапевтические возможности для лечения, не только для развития хирургии, но для медикаментозного или, допустим, диетического или там уротологического лечения, имеет значение, какие факторы применяются, это лекарства или диета, или курорт, или там минеральные воды, принципы, то есть координаты, как сказать. Вот, если, допустим, мы перемещаемся на море, или на воздухе, или на суше, все равно используем один и тот же компас и один и тот же координаты. Точно так же у медицины должны быть всегда одни и те же координаты, вне зависимости от того, к какой отрасли медицины это относится. ХКТ, она была владыкой так и надземной радости жизни, так и в Хадес она могла спуститься. Медея даже помогла поднять из Хадеса своих сыновей и брата, которого она легко, как говорится в мифе аргонавтов, умерчвила, зная, наверное, что грузинская мать, я хочу ее реабилитировать как грузинскую мать, она знала, что у нее есть такие дары, и она это использовала для цели. И ее одна из главных целей была вот это лечение. Она могла оживить мертвого, который недавно совсем отошел. И были у нее такие навыки безумные, был у нее сад. Вот если у вас лекарственных растений, говорят, где-то 28... Во всяком случае, стараемся делать. 26-28 растений. Сейчас открывается музей медицины, грузинской медицины, и там будет медеи сад. Да. Перед этим музеем тоже. И
Каждый человек может посмотреть. Сын профессора Михаила Шенгелия является директором этого музея. Тут тоже много чего живет в этом. Можешь саде, ты сразу в Колхиде оказаться. Медей. Раз мы перешли к теме органавтики, кое-какие вопросы я сейчас уточню. Это греческий миф, который отчасти только передает информацию о Медее и о тогдашней Колхиде и столице Колхиды, Аия, да, называлась тогда. Медицина в Колхиде была развита очень сильно. То есть, вот как считается древняя египетская, там, вавилонская медицина на этом уровне, и фактически, может быть, даже еще раньше была колхидская медицина. Это знания, оставленные еще от Атлантиды, то есть от Анувшего целого острова. Да, оттуда берет корни. Да. И поэтому очень была развита еще Гиппократ пытался изучать колхидскую медицину, он не только в Египте, сделали другие районы, где была древняя медицина, но жил в Колхиде тоже 2 года на территории сегодняшней Абхазии. Но, конечно, это знание было, знание мудрецов, жрецов, так сказать, и это было секретное знание. Гиппократ ушел очень недовольный с Колхиды, потому что ни с чем. И в Египте или где-то, если ему еще все раскрывали тайны, здесь никакие тайны ему медицинских знаний не раскрывали. Медея знала как отравляющие свойства трав, так и целебные, и знала, как они связаны между собой, отравляющие и целебные свойства трав, минералов, масел. Самое золотое руно пока еще не расшифровано, что означает. Это не только, допустим, предмет какой-то, да? Предмет какой-то, что из овечьей шкуры там как будто золото добывали в Грузии. Конечно, в Грузии и золото переплавляли, и металл переплавляли раньше всех народов в истории. И эти знания тоже интересовало греческую цивилизацию, но тут была гораздо большая философия и, прежде всего, медицинская философия. Прежде всего, похищением Медеи вместе с золотым руном фактически хотели медицинские знания как бы похитить отсюда, что не получилось, и все равно у них кончилось крахом, поэтому они Медею очерняли больше в своем мифе. Латинское слово «медико» означает на латыни «лечение» и берет, то есть уже в 9-11 веке нашей эры, от имени Медеи, конечно, потому что по-грузински «медея» как раз и «медико». «Медея», «медико» — это синонимы. И фактически очень много вещей называют именем медицины, косметологии тоже много взяли от Медеи. И саму науку лечебную связывают с грузинской, так сказать, царевной Медеей, которая была очень мудра в этих вопросах знаний, как лекарств, так и минералов, и масел лечебных и косметических. Сейчас мы тоже фактически поднимаем этот вопрос не только в рамках того, что именно означало золотое руно, но что именно золотое сечение, например, означает. Мы сейчас на лекарственных, не только гомеопатическими препаратами и фитотерапией заняты, но на лекарственных травах готовим как бы спиртную настойку, то есть алкогольная настойка, но целебная. Называется тоже золотое сечение, окроскуэта, грузинский бальзам. И здесь был тоже какой-то бальзам еще лечебный тоже, я помню, очень популярный. Рижский. Рижский, да. Да.
И тут, в отличие от просто эфирных масел, которые входят в близком бальзаме, мы применяем больше такие энергетические травы, то есть которые энергию дают, и афродизиатные свойства тоже обладают. Ну и фактически стимулирует энергию. То есть не к сну ведут или расслабляют, да? А одновременно и депрессию снимают, и энергетические, так скажем, свойства. Я знаю, потому что вы дали лекарство моему отцу, и после того, как он это принял, после операции у него был такой период, очень тяжелый, и он смог поехать на фестиваль на Золотой Витязь. Так что вашими молитвами, это я знаю, как хорошо действует, и сама тоже. Я хочу двумя словами сказать, например, какое значение для медицины и биологии имеет золотое сечение. Дело в том, что медицина пока еще как бы на зачаточном уровне развития. Медицина пока еще не знает, что у нее есть свои специфические законы, которые не только надо механически браться от биологии, там, или от анатомии, или физиологии, или патофизиологии. А это чисто медицинские законы и терапевтические законы, их надо еще хорошо описать и студентам тоже фактически давать это на научном уровне, а не фактически говорить о том, что это как бы прикладная часть науки, а фундаментальные науки – это физика, химия там, и остальные другие. Прежде всего, золотое сечение – это деление целого на два гармонические части, которые имеют свое название. То есть есть сейчас много институтов разных и в Европе, и в Азии, которые занимаются золотым сечением. Они говорят, что это делится на… Это божественная пропорция, которая делит на две гармонические части. Но назвать, что именно, это мы попытались все же по-своему, по-грузински, потому что из-за золотого руна, как бы у нас, мы думаем, что есть ключ к золотому сечению тоже. Дело в том, что в золотом сечении мы усмотрели мужское и женское начало. Яйцо – универсальная форма, которая в биологических формах как бы доминирует. Это сердце у нас стремится к форме яйца, ладонь на одной плоскости стремится к форме яйца, да? Лист на одной плоскости, дерево тоже фактически так растет, к этой форме стремится. Череп человека в форме яйца. И яйцо, оно как бы с одной стороны симметрично, а с другой, вот если в самой широкой части разделить, длину делить на золотое сечение. Яйцо само образуется после оплодотворения мужскими и женскими. То есть яйцеклетка и сперматозоид. Это яйцеклетка, она сферическая, так что мы здесь можем легко увидеть, что полусфера в яйце – это женское начало, а сперматозоиды продолговатые, и вот это фактически часть, мы можем сказать, что берет от мужского начала. Поэтому в этой биологической форме, потому что физические все формы стремятся к шарообразной форме, да? А биологические формы, простые биологические формы, то есть там есть золотое сечение спирали, еще более сложные формы, простые биологические формы стремятся к форме яйца, и эта форма яйца содержит в себе пропорции симметрии и золотого сечения. А золотое сечение уже содержит в себе мужское и женское начало. И чем лучше эти гармонические пропорции, так сказать, соблюдение, то есть равновесие, чем лучше сохраняется, тем система лучше развивается. То есть биологическое все и социальное, она эволюционирует, то есть к развитию имеет тенденцию, в отличие от физического мира, который по термодинамическим законам, наоборот, идет к хаосу. Да? И вот чем лучше
вот как бы эти пропорции и гармония сохранена, уравновешена система, тем здоровее организм развивается, живет больше, то есть и долголетие тут есть как бы секреты спрятаны, и красоты, и здоровья тоже. Понятно. И вот я знаю, что вы так продвинулись в своих изобретениях, что даже в 3D вы сделали Менделеева таблицу. Да. И как это можно представить, таблицу Менделеева? Я знаю, что он это все видел во сне, и когда он проснулся, он постарался это все передать. Менделеев первую таблицу сделал не четырехугольную, а в спиральной форме. Но мы просто сделали его на пространственную модель, то есть перенесли на сферу. Сделали сферические основные элементы, конечно, в виде спирали раскрываются по этой сфере, это уже на глобусе фактически спиралеобразно раскрываются. От группы выходят 10 элементов уже от кальциума до галлиума, вот этой орбитой вокруг, и еще антаноиды и актаноиды, третий, так сказать, орбиту создают из 14 элементов. Да. То есть все очень закономерно ложится. Да. Пространственная модель, это много разных пространственных моделей периодической системы, но это самое, так сказать, логическое расположение. Да. Пространственных химических элементов таблицы Менделеева, и они, это фактически пространственное их расположение, раскрывают много закономерностей, которые есть у Вселенной и в медицине, то есть какое значение имеют фактически эти элементы для здоровья или какие лекарственными свойствами обладают или гомеопатические препараты, в зависимости от расположения периодической системы и в зависимости от формы этой пространственной модели тоже. То есть тут очень закономерно расположены как биоэлементы, так и макроэлементы, так и микроэлементы, все лечебные свойства, какими обладают эти элементы или их соединения. Но это целая отдельная тема. Во всяком случае, эту работу у нас начата, и в интернете тоже есть много. Святая Нина, когда пришла в Грузию, она лечила и вот этим обратила на себя внимание. Нана Святая, она была излечена только Ниной, откуда только врачей не привозили. Со всего мира любящий муж не пожалел ничего. Она была дочкой римского полководца. Из Рима приезжали врачи. И только-только молитвами Нины, которая 6 дней молилась для нее, она вылечилась. Конечно, и христианские много, так сказать, тем нам говорят о том, что лечение травами, и не только травами, а более поздние времена и гомеопатии тоже достаточно на хорошем уровне это было. И Нина тоже, конечно, очень хорошо разбиралась в лечебных, святая Нина, в лечебных травах, делала их и вместе с молитвами, конечно, применяла. В наших легендах грузинских есть даже такой опыт, когда рождается Амиран, про него говорят, что он рожденный 3 раза. Один раз с чрева матери, а второй раз с утроба вала, и вот третий раз из моря. И как это можно объяснить? Наверное, была какая-то подоплека, что уже знали, как делать операцию при родах, если были кесарево сечение, ну, это еще от кесаров идет. Но, наверное, была какая-то практика из Греции, древнегреческая традиция. Нет, у Грузии было еще и 2000 лет назад. Факт есть, что кесарево сечение было известно, делали. И если недоношенный плод, то фактически заранее приготовляли для этого чрева коровы, большого рогатого животного,
и фактически окутывали ту, там, чтобы фактически дозрел плод, и потом фактически только уже продолжал дальше жизнь. Ну, третье рождение еще там, наверное, имеется в виду уже духовное, так сказать, крещение, но своеобразное. Но эти два факта, что фактически рассекает себе живот и достает оттуда ребенка, и потом фактически чрево коровы, то есть желудок одевают, такие знания древние грузы были. Я знаю, что у вас был такой случай, когда у человека вот так же в чреве матери, когда было два плода, и один из плодов засосал или рассосалось, это я не знаю, как это называется, впитал себе своего брата. Да, и со временем у него были все время проблемы, говорили, что это киста, это все гнилось у него в бедре, и это очень трудно происходил процесс, 1000 операций, и опять-таки же обратились к вам, и вы помогли этому человеку. Да, гомеопатия была такой случай излечено, и подобные наследственные, так сказать, пороки и дефекты, если восстановить правильное равновесие в организме, то может организм человека это иногда исправлять и преодолевать, если правильно оказана медицинская помощь. Да, и я знаю, что у вас есть от псориоза известного грузинского поэта Тарела Халхелаури, знаю, что вы вылечили от псориоза. Ну, мои псориоз, лечила. Да, а псориоз это такое заболевание, что ребенок с детства может этим болеть, и это очень трудно. Если наследственное предрасположенность есть, не совсем, ну не у всех с детства начинается, в разные возрасты это не проявляется, но наследственное есть предрасположенность. Что по этому поводу считает гомеопатия? Гомеопатия вообще считает, что все болезни, они не только, допустим, причина этих болезней, начало может быть у индивида, может быть у предков. То есть болезнь может начаться, потом 300 лет развиваться, то есть от поколения к поколению достигнуть своего пика, и потом уйти, так сказать, на убиток наоборот, то есть 300 или 500 лет может или 1000 лет продолжаться патологический процесс, который передается от родителей к детям, и то есть свои причины имеют у предков начало. Так что фактически гомеопатия это тоже все равно лечит, так же как будто все это не начало и развитие было бы у именно у этого индивида, то есть те лекарства, которые дали бы матери или, допустим, деду и бабушке, те лекарства же можно применять при данной патологии уже у ребенка. То есть гомеопатия может это обобщать и считает, что нужно лечить не только индивид, как целую личность и организм со своей психоэмоциональной сферой, но и еще учитывать то, что фактически те предки, те гены, которые нам достались от предков, эту общность и эту целостность тоже можно, так сказать, учесть при гомеопатическом назначении. Вы как Пикассо. Пикассо в свои молодые годы уже мог скопировать рисунок любого автора, так сказать. И он взял и нарушил все границы и сделал вот свое. И я думаю, что вы в медицинской сфере Пикассо и такого плана. И вот как это вам удается сперва найти, что у человека болит, и потом выстроить вот эту структуру? Это не мне удается, просто Грузия находится в таком месте, тоже фактически, которое и находится в симметрии, то есть в симметрической пропорции от экватора до Северного полюса в симметрической середине и золотого сечения, то есть пересечение симметрии золотого сечения. Об этом тоже у нас есть много научных работ, что тоже это фактически особое место пересечения
как бы этих двух пропорций. Да? Грузия находится в области пересечения, да, золотого сечения и симметрии, и как бы является сердцем Европы и Азии, соответственно, сердцем всей планеты Земля. Золотое сечение в Азии. И поэтому в Грузии, я думаю, должно синтезироваться все эти знания о человеке, особенно вот в биологии, медицине, которые копились на протяжении тысячелетий последних 19-го, 20-го, 21-го века. Все это должно быть объединено и синтезировано в единую теорию здесь, и я только фактически один из участников, так сказать, этого процесса, а не только фактически единственный. И наша цель, чтобы фактически все это как бы превратить в аргументированную научную, так сказать, стройную систему знаний, и это не было размножено так, как находилось до сих пор, особенно в области традиционной медицины. Очень много сахарных диабетиков, и они почти оставлены на инсулине. И от инсулина, я знаю, очень многие страдают потом. И вы говорите, что если не принимает человек инсулин, вы можете помочь. Сахарный диабет в основном двух типов, конечно, это аутоиммунный процесс может быть и поражение инсулинарного аппарата, а также фактически понижение чувствительности к инсулину. То есть инсулин иногда бывает и повышен в организме, но организм теряет к нему чувствительность. Поэтому это не всегда одно и то же заболевание. Но в гомеопатии или в народной медицине есть индивидуальные тоже подходы к этому. То есть как и психоэмоциональные факторы привели к возникновению инсулина, или какие фактически нарушения в минеральном обмене. То есть гомеопатия рассматривает вопрос как психосоматических связей, так и минерального матрикса организма, то есть какой иммунологический статус, какой минеральный матрикс, то есть какие минералы недостают в организме или дефицит чего-нибудь. Все это целостность мы рассматриваем. С возрастом начинаются болезни такие, ну, которые мы уже привыкли помогать. То есть, конечно, мы занимаемся и вопросами превенции, то есть это предупредительной медицине, предупреждение заболеваний, так и вопросами долголетия, то есть как продлить и долго человек здорово и красиво себя чувствовал. На Кавказе есть практика долголетия, во всяком случае у наши предки жили многие, гораздо больше, чем 100 лет, науку, геронтологию, гериатрию изучают не только фактически официальная медицина, но мы тоже с точки зрения и грузинской медицины, и гомеопатии, и работаем, конечно, над вопросами, которые продлевают жизнь человеку и здоровому долголетию способствует достижению такого долголетия. Ну, конечно, самый главный и важный еще вопрос, то, что тоже человека это касается, это вопрос политический, потому что очень многие проблемы и эмоции у людей возникают в связи с тем, что политика иногда, не всегда учитывает те достижения или, допустим, потребности, которые имеются у людей, у народа. То есть политика часто отстает от тех потребностей, и из-за интересов разных политиков, так сказать, потом народы страдают. И тормозится процесс. Я хочу сказать, что фактически, раз мы сейчас ведем на русском языке, да, наше интервью, не так, а соответственно, для русской аудитории. Мы не только соседи и близкие, так сказать, традиционно и христианские народы. У нас общая миссия, и мы должны думать о том,
что общее, а не что нас разделяет, и тем более политические интересы часто не только разные государства разделяют, но одно государство могут даже на несколько частей разделить. Самое главное общее, которое у нас, кроме наших традиций христианства, это забота о нашем потомстве и о будущем, да? Чтобы у нас выросло здоровое будущее, и они не отвечали за те ошибки, которые допускают, так сказать, отцы и деды. И вот эта забота о потомстве, об их здоровье должна быть всегда первой ценностью, и все, что фактически остальные интересы, которые могут быть спорными, должны быть всегда на втором месте. Я этого всем пожелаю и посоветую. Спасибо. Рам тари-до, рим тари-до, тари-дай-ра-ри, дай-ра-ри-ро, тара-да-ра-ра-ри, рам тари-да, тара-дай-ра-ри-ро. Вот Платон. Платон. Канти. Кант. Фройди. Фройд. Шопенгауэр. Шопенгауэр. Спиноза. Гегель за твоей спиной. Они живы. Ты понимаешь, что это значит для человечества? Я побеждаю рак. Da-da-dee-da.